Так, друзья, всем привет, с вами Андрюха, и это игра «Русская рыбалка 4». Так, зашел сегодня, значит, на море снова порыбачить. Вчера, получается, примерно на такую же сборочку выловил сайру трофейную. Вот сегодня опять на Норвежское море пришел, встал на 34-ю банку. Туда-сюда, друзья, меня таскает по этой банке. В общем, ловлю, стараюсь ловить не глубже 20 метров. Вот самый такой оптимальная глубина 15 метров. Что могу сказать? Прорыбачил уже, получается, 1 час 43 минуты. Рыбы, друзья, здесь всякой разной, прям валом. Вот даже треска залетает. В основе это сайда, палак. Также присутствует мерланг, макрелька, несколько катранов залетело, вот вся рыбка, да, как-то так. В общем, давайте сразу покажу свою сборку. Рыбачу на свой вот этот вот Океан Куин 86-140, у него тест 420 грамм, докачался доставок. Вот сейчас последние где-то 3 дня уже рыбачу именно со ставками. Очень много вот такой вот всякой мелочевки залетает. Давайте вот покажу вот навыки. Вот открылись у меня ставки с 75%. Сейчас уже 81,1%. Вот уже даже перчики открылись. В общем, неплохо на ставках, когда рыбачишь, идет процент. Итак, кому интересно, давайте покажу свою вот эту сборочку. В общем, Белуга Венга на 60 стоит у меня вот такой вот шок-лидер. И вчера, и позавчера кидал люкер 100.007. Поставил кобру, дополнительный вот этот вот морской крючок 2.0. И на основе у меня стоит октопус, вот этот 9.008. зеленого цвета. В общем, все же остальное уже начал экспериментировать. Значит, креветка 6.501, две вот таких вот морских бусинки. Следующая у нас также идет на огромном крючке кракен 7.502, тоже белого цвета. И на третьей также стоит огромная кобра 2.0, 6.5, только 0.6, он такой желтоватого цвета. Везде бусинки, друзья, одинаковые. Так, у меня тут уже поклевочка очередная. В общем, вчера поймал, позавчера поймал трофейную, вчера. И, кстати, сегодня вот макрелька тоже залетает. Давайте садочек покажу. Вот не так давно, буквально сколько, 5 минут назад залетела очередная сайра. Села она на 6.501. Вот на такой вот, на такую вот креветочку. В общем, что заметил за все это время? Заметил, что вот на мелкой рыбке, мало того, что очень неплохо, особенно в счастливый час, идут вот эти проценты прокачки по 0,1, по 0,2%. Но, кроме всего прочего, еще и рыбка быстро прям долбит. Ну, то есть часто, очень часто залетает всякая разная рыба. И поэтому садок забивается довольно быстро. Вот сейчас еще 2 часов даже, друзья, нету. Уже 87 рыбок я поймал. Вот смотрите, очередная поклевочка. Что это у нас? Ну, мелкая макрелька. Что еще, друзья, хотел сказать? Не забывайте подписываться на мой канал, друзья, чтобы не пропускать новые ролики. Стараюсь сделать их как можно чаще. Ну, также, думаю, найдутся люди, которые лайк поставят. Кому это будет информация интересна, вдруг у кого-то еще не закрыто
Сайра вот это вот на море. То есть как-то так. Ну и еще хотел показать, сколько же все это выходит по серебру. Вот вчера, допустим, за 3 часа лодку брал на 3 игровых дня, то есть на 3 суток. У меня вышло практически 2000 серебра. Сейчас вот отрыбачил, как я уже сказал, 1:48. Сейчас как раз уже, друзья, вечереет. Вечером, ночью. В основном ночью плохо. Рыбка клюет, поэтому сейчас пойду рыбку сдам. И вместе с вами посмотрим, сколько же на вот этих ставках можно поднимать, грубо говоря, за 2 часа. Увидимся уже непосредственно на базе. Итак, друзья, оказался на базе. Первым делом посмотрим, какие заказы есть в кафешке. Так, вот смотрите-ка, сардинка есть, но, к сожалению, она на 34-й банке. Вчера брала лучше, сейчас, к сожалению, ее нету, путасу. А также, если кому интересно, может половить на 80-й банке. Опять же, на вот эти вот кальмары. Так, зато есть макрелька, 4 штуки, 1, 2, 3, 4, 123 монетки, естественно, лишним не будут. 4 сайды, друзья, 1, 2, 3, 4, еще 137 монеток, получается, бельдюги не было, тюрбу я тоже не ловил, и морского чертика тоже не ловил. То есть, что у нас получается, 260 монет получилось только с кафе. 260 монет. Вся же, друзья, остальная рыбка на 916. То есть вот 1100 с лишним монет получилось за 1:46. Ну, вот вам решать, фарм это, друзья, или не фарм. Ну, в принципе, я доволен за такое время, такой суммой. В общем, если кому-то вдруг интересно, сайра на 738 грамм трофейная стоит 103 монетки. Как-то так. В общем, 1100 с лишним монет вышло за 1 час, грубо говоря, 50 минут. Так, друзья, думаю, будет кому-то ролик полезен. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. С вами был Андрюха. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.